Всем привет! Вы снова находитесь на канале Old Dutchman. С вами я, Владимир Казарчук, автор этого канала. И сегодня тема нашего видеовыпуска – блоки винчун, блоки карате. Какие у них есть сходства, какие у них есть недостатки и различия. Если вы, допустим, подверглись атаке противника и внезапно вы не можете выставить вот такой вот блок, ну, не знаю, по каким-то там причинам, или руки заняты, или еще что-нибудь, или рука была у вас просто в куртке в кармане, и для того, чтобы сделать вот такой вот чистый блок, вам сначала нужно вытянуть руку назад, вытащить ее из кармана, потом толкнуть ее вперед. Что предлагает винчун Керншпехта? Ну, естественно, что предлагаю вам я. Допустим, у вас находится рука в кармане, и вы видите, что атаку противника кулаком в лицо или в грудь не избежать. Вы просто-напросто, вытаскивая руку из кармана, наносите вот такой вот блок. Вот смотрите. Раз, сбили блок, сбили. Потом вы этой же рукой вот так вот уводите в сторону и наносите удар противнику в корпус или в лицо. Если вы постараетесь сбить вот так, перехватить здесь и нанести удар, вы это можете сделать, но вы теряете драгоценные секунды времени в момент контратаки. Поэтому, если вы делаете вот такой вот блок, уводите руку в сторону, вы открываете поле боя для себя, для своего удара, и наносите противнику удар в корпус или в пятак, в лицо, куда угодно. Если же мы делаем вот такой вот блок, то свободной рукой мы должны его руку опустить вниз, чтобы нанести ему боковой блок. В принципе, такой блок тоже работает, но не всегда. Поэтому, если мы работаем именно с блоковыми комбинациями, снес, развернул, нанес удар, нужно выбирать уже именно по ситуации, какая комбинация блоковая в данный момент действительно будет подходить для контратаки, для успокоения вашего противника. Если мы наносим вот такой вот блок, уходим в сторону, сбивая руку противника, наносим ему удар, в принципе, такое тоже возможно. И преимущество вот этого, вот именно вот этого блока перед вот этим блоком в том, что как мы наносим блок локтем, уходим в сторону, мы, сбивая руку противника дальше, фактически блокируем его в его движениях. То есть он наносит нам удар вот так вот, его рука ушла от блока, чтобы нанести второй удар, он должен освободиться здесь, сменить свою позицию. Это касательно именно вот этого вот блока. Вы придерживаете свободной рукой, когда он вас ударил. Если же мы делаем вот такой вот блок, круговое вращение рукой, наносим удар противнику. Минус этого блока перед тем состоит в том, что мы можем получить хороший боковой удар свободной рукой противника. То есть он нанес нам удар, его рука ушла в сторону, свободная вторая, он наносит нам удар. Поэтому еще раз вам повторяю, и тот блок, и этот блок с контратакующим ударом действительно хороши, если у вас есть опыт, если вы обладаете достаточно хорошей силой и скоростью вашего удара, скоростью выполнения ваших блоков, для того, чтобы действительно блокировать вашего противника. Или же раз, два, три. Раз, два, три. Смотрите сами по ситуации. Потому что никто, никогда, ни один тренер не сможет оказаться с вами на улице в тот момент, когда вас кто-то будет атаковать, кто-то на вас нападет. И если вы хорошо занимаетесь, если вы действительно отдаетесь своему делу, допустим, тому же самому рукопашному бою, тому же самому карате или тому же самому винчу, если вы действительно с головой, с умом занимаетесь
своей техникой, то будьте уверены, на улице в нестандартной ситуации у вас действительно получится правильно сблокировать удар противника, увести его руку с поля боя и нанести ему удар или в лицо, или в корпус. Практикуйте, занимайтесь. Как говорится, под лежачий камень вода не течет. Не забудьте подписаться на этот канал, поделиться видео с друзьями, оставить лайк, свой адекватный комментарий. Ну и всем удачи, пока!